чтоб когда наверняка есть люди у нас или в правительстве, или какие-то органы, где могут навести порядок просто. И навести порядок любя, понимаете, а не бить всех и там унижать. А если любя и добротой все сделать, объяснить, что это плохо, это вредно. Молодым, они же ничего не понимают. Я тоже был молодым, ничего не понимал. Я тоже любил танцевать, гулять и все дела. Мы все это проходили. Но я сейчас начинаю понимать, что это не очень хорошо. Нет, я имею в виду не танцевать и петь, а заниматься грязными делами, да, которые молодежь наверняка не понимает, что. Ну, наркотики там, еще чего-то, там, ну, сами понимаете, о чем я говорю. Вот если наведут подобрее, детьми надо обращаться добротой и любовью. Тогда вот можно будет убедить и победить.